В Министерстве внутренних дел по Карачаево-Черкесии сегодня подвели итоги оперативно-служебной работы за первое полугодие. Что касается ее общей оценки, то председатель Народного собрания Республики Александр Иванов, присутствовавший на расширенном заседании коллегии МВД, подчеркнул, что деятельность полиции была организована на высоком уровне, а отличившиеся сотрудники полиции на этой же коллегии были отмечены наградами за образцовое исполнение обязанностей и успехи в работе. В том числе им были присвоены очередные звания и вручено наградное оружие. Очень приятно, что руководство высоко оценивает наш каждодневный труд. В этой связи хотелось бы пожелать всем своим коллегам счастья, здоровья и успехов в службе. Отмечу, что органам МВД удалось значительно повысить показатели общей раскрываемости и выявляемости преступлений, в том числе террористического характера и экстремистской направленности, и существенно сократить количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений.